Завершено строительство амбулатории в Соломино. Жители смогут получать лечение у терапевта, стоматолога, акушера, проходить профилактический медосмотр, диспансеризацию рядом с домом. Здесь же можно будет сдать анализы и сделать ЭКГ. 27 новых троллейбусов появятся в Петрозаводске в следующем году. Министерство транспорта России одобрило заявку правительства Карелии на участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Карельский научный центр проводит акцию в поддержку приютов для животных. До 27 декабря по адресам улица Пушкинская, 11 и проспекта Александра Невского, 50 установлены емкость для сбора кормов, наполнителей, текстиля и вещей. Их отправят в первый Петрозаводский общественный приют и приют «Надежда». Спортсмен из Петрозаводска установил новый рекорд Карелии в плавании вольным стилем. На Кубке Республики в Кондопоге Валерий Кропотин преодолел 50 метров за 23,9 секунды. Водитель мусоровоза спас выброшенного в контейнер котенка. Мужчина забирал отходы на площадке в поселке Ильинский и услышал жалобный писк. Теперь киса, так назвали хвостатого, живет в любящей семье.